ползаются боевики. И еще я бы сказал одну вещь. Все-таки Армения наш союзник по УДКБ. Не Карабах, конечно, а Армения. На сегодняшний день Армения находится, Республика Армения, в блокаде. И это проблема не только Армении, но и 5000 солдат, которые стоят на базе в Гюмри. Конечно. Которые не могут получить совершенно то, что верно, они обязаны получать по своему. Прошу, Сада. Вот такие люди и такие политики, как господин Затулин, являются врагами русского народа и русской российской государственности. Предлагаете расстрелять здесь или отведем за Урал? Ответственно заявляю. Я-то русский, а вот мне не враг. Вот сейчас, российской государственности. Нет, потому что на территории России может вспыхнуть 5 Карабахов. И сейчас господин Затулин поддерживает открыто сепаратизм. Почему? Потому что еще первый президент Армении, Левон Тер-Петросян, в своем интервью в 97-м году, армянин, и армяне на это тоже ссылаются, говорил о том, что то, что сегодня мы можем получить миром, в итоге мы будем умолять, и нам это не отдадут. Президент Алиев с самого начала говорил, посол Палау-Бульбулюглу неоднократно заявлял на всех площадках, что да, ведутся мирные переговоры, но если не получится мирным путем, будет война. Значит, для чего нужны были провокации с армянской стороны? Для чего, как вы правильно заметили, нужна была инаугурация в святом для азербайджанском древнем городе Шуше? Для чего нужно было ломать формат переговоров и говорить о том, что нужно привлечь Нагорный Карабах как третью сторону? Там же Тер-Петросян, кстати, очень интересную фразу говорит. Мы противопоставляем себя всему мировому сообществу. И сегодня Армения имеет то, что имеет, потому что противопоставила себя всему мировому сообществу. Почему? Потому что есть 4 резолюции Совбез ООН. Я уже даже не беру все остальные там резолюции ООН, резолюции ПАСЕ, да, и так далее. Я говорю о 4 основных резолюциях, в которых черным по белому сказано, хотя армянская сторона сейчас там по-разному это интерпретирует, значит, говорится о том, что вывод незамедлительный, безо всяких условий, войск external forces from occupied Нагорный Карабах, part of Azerbaijan. Нет там, допустим, армянских войск. Любые external forces. Это сказано черным по белому. Внешние силы. Внешние силы. Французские, колумбийские, неважно. Они должны быть выведены оттуда. Что мы видим? 20 с лишним лет переговоров. 1 000 000 беженцев. Второй момент. А почему вы считаете, что большинство армянского населения имеет право на то, чтобы они стали, видите ли, как-то самоопределились? А почему нельзя было тогда самоопределиться азербайджанским поселением в Зингизуре и в Северном Сиване? А давайте мы дадим тогда в Краснодаре тоже им самоопределиться. Не хотите?